Торжовские золотошвеи уже второй раз представляют свою продукцию на уникальной выставке в гостином дворе под названием «Уникальная Россия». В этом году торжовские золотошвеи на этой выставке представили свои лучшие разработки за прошлый год. И мы на сегодняшний день представляем здесь Тверскую область. Та наша фабрика или тот наш промысел, который стоял одним из истоков вообще создания идеи уникальной России. 2002 год объявлен президентом Российской Федерации годом культурного наследия народов России. И вот в это культурное наследие входит и наследие торжокских золотошвеев, которое не одно столетие удивляет нашу Россию. Сегодня вот экспозиция традиционно является такой жемчужиной. И мы, конечно, вообще очень гордимся нашими торжовскими золотошвеями, потому что это одна из тех фабрик, которая абсолютно переосмысливает роль промыслов. Если мы приедем в Торжок, мы поймем, что есть место торжокских золотошвей, и мы всегда узнаем в Торжке это место. Оно особенное, оно всегда сделано с какой-то особой душой. Да. Очень яркое самобытное искусство, которое всегда выделяется на любой выставке. Золотошвеи – это просто самое замечательное, что может быть культурным наследием на сегодняшний день народных промыслов. Мастера торжокских золотошвеи – это такие большие молодцы, они шагают каждый день вперед, и каждая выставка, она приносит удовлетворение ценителям, потому что каждый раз мы видим новые изделия, новые вышивки, применение новых материалов. И создает такие произведения, которые хочется носить у сердца. И вы знаете, вот когда достаешь и показываешь наш российский паспорт, вообще вот выставка показывает силу духа русского народа. Древнейший вид русского искусства – Красочный, необыкновенно красочный и необыкновенно востребованный должен быть сегодня, потому что вся красота России всегда начиналась с золота, золотых нитей. Это самый древний вид вышивки. Очень хочется поблагодарить устроителей выставки, а также Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство культуры нашей Тверской области и, конечно, нашего губернатора Игоря Михайловича Руденю, который очень уделяет большое внимание народно-художественным промыслам. И в этот год, который объявлен нашим президентом годом нематериального наследия народов России, Игорь Михайлович, насколько мне известно, дал поручение Министерству культуры еще более тесно взаимодействовать с предприятиями народно-художественных промыслов, которая может дать возможность увеличить рабочие места в Тверской области мастеров. И в связи с этим регион наш будет более успешным и более правильно позиционировать себя в стране, и брендирование региона должно пройти на более высоком уровне.